обеды. Будьте внимательны и осторожны. Внимание! Внимание! В Ярославль прибывает агитпоезд «Армия Победы». Первая остановка поезда. Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.